Итак. Вроде бы в эфире. Итак, все снова привет, с вами снова Сомма, мы продолжаем челлендж. Мы пропустили снукер на Commodore 64, и мне выпала игра Zardos на Commodore Amiga. Сначала я подумал, когда искал эту игру, что это игра по кинофильму с одноименным названием, но это оказалось как раз таки неправда, это оказалась логическая игра, головоломка. Давайте же приступим. Радио геймплей нам тут уже не нужен. Твою же ж. Придется перезапустить игру по-быстрому, извиняюсь. Тут просто, не знаю, то ли иллюминатор шалит, то ли что, но при том моменте, когда я начинаю шевелить мышкой, у меня как будто управление переключается на мышку, а тут оно нафиг не нужно. Поэтому еще раз. Так, здесь все нормально? Нет, чуть-чуть вправо растянуть. Все. Вроде все. Так. Давай запускайся. Кажется, долго запускайся, да? Но... Конечно, я хотел бы настроить управление на геймпаде, но за пару минут я так и не понял, как это делается, поэтому по-быстренькому поиграем на клавиатуре. Ну как, по-быстренькому, как получится. В принципе, управление тут не слишком сложное, всего лишь стрелки и кнопка пробела для передвижения вещей, но посмотрим, как будет играться. Нет, так буду мучиться с настройками. Ой, какой же ты долгий. О, все. Старт гейм. Так, что у нас тут? Editors, save histories, password. Старт гейм. Итак, моя задача собрать картинку, которая находится у меня наверху слева. Для этого нужно передвигать по прямым линиям элементы этой картинки. Продолжаем, второй уровень. Так, ты надо сюда сначала. Так, ну двигайся вправо, ё-моё. Вправо. Да, вправо говорю. Well done, третий уровень пройден. А теперь картинка меняется. И вот с каждым разом она будет все сложнее и сложнее. И пока я пытался настроить управление, я тут уже прошел пару уровней, то есть я начальный уровень не знаю, как пройти. А дальше уже как повезет. А вот самое сложное. Итак, начнем с этого. Теперь нам нужно, да блин, вот это. Так, куда? А да. Thank you.
что таймер идет и порой не успеваешь все это сделать, как надо. Не успел. Хотя я был близок. Да, Ремару, привет. Игра, конечно, не опасная, но головоломка, блин, тем более с управлением на клавиатуре GC не очень удобно. Так, пароль, сейчас сфоткаем его. Да я понял, у нас не то обучение, блин, телефон. Сфоткали. Попробуем продолжить. Ой. Какие картинки прикольно получаются. Простенькая, но сейчас попробуем собрать. Весело. Что-то не так сделал. Ну, блин, мысля появилась, но поздно уже. Еще раз.
твою же ж. Хотя есть шанс еще. Да, блин, не успел опять. Еще раз. Да, в жизни есть покер. Да блин. Он пытается делать все быстро и получается как всегда. Так. Прошел наконец-то. Опять. Опа. Что тут много одинаковых? Ну, паузы такой, так такого нету, но могу сделать типа как этот. F12 типа выйти в настройки. Опа. Что-то это было просто. Это однообразная, но хорошая. Да, блин. Титаникус, давай-ка. Так. Хм.
Дальше. Ага, офигеть. Так, раз кусок. Два кусок. Дайте третий, и не вижу третий, а вот он третий. Thank you.
Так, идем дальше. Ой.
Управление не всегда срабатывает, не всегда получается выполнить все быстро. Thank you.
Виагра, и Загляда Полымя. От уровней. Ну ничего, переживем как-нибудь. Лучше с тем пароль есть. Спасибо за информацию. Кончается время. А, тут еще проблема в том, что управление плохо сделано. Работало? Ух ты. Я только что попробовал гейпад включить, он включился в этот раз. Сколько пробовал, нифига не хотел. О, быстрее дело пойдет сейчас. Thank you.
ладно, раз не говоришь наверх, значит пробую наверх сейчас перегнать. О, отлично. Спасибо, Грей. Так. Тут, в принципе, просто. А может, не совсем. Спасибо, я фотографирую в пароле.
что-то не то. Было решение, но кажется, я не совсем их увидел. Чтобы он сработал. Но долго, да. У меня и прошлый вариант был неплохой, но он дольше тоже был. А, так. Еще клавиатура срабатывает через раз, не знаю, то ли эмулятор делал, то ли просто не клавиатура такая плохая, хотя последнюю я сомневаюсь, потому что в играх она играет нормально у меня, других нормальных. А мышка на стриме, все плохо. Еще раз. Рестарт. Ресет не сработал два раза, значит рестарт. Нет. В чем дело? Так, попробуем. Так, сейчас. Образ этот, еще раз. Девочка.
перезапускать. СМС-ка пришла. О, все, теперь загрузится сейчас. Опять реклама на СМС-ку пришла. Так. Мышка на стриме, все плохо. Мышка на стриме, мышка на стриме. Ля-ля-ля-ля. О, все. Так. Быстро на этот раз даже. Ага, опять этот уровень. Понял мысль. Спасибо, Грей. Ну да, всегда остаток бывает. Так, ладно.
что у нас тут? Мозги работают еще. Даже забываю, что 5 уровней прохожу. Dead Wings. Dead. Крылья смерти типа.
когда пол игры уже нету. Получается.
Это я уже понял, Грей. Просто жизни не хватило, чтобы ее понять сразу с первого раза. Чуть-чуть не успел. Thank you.
прошел. Я пропустил его. Нет, я успею в этот раз. Ну, может быть, но я зато прошел все-таки. Так. Фух. Времени много было. Ты что делаешь, типа? Да, пропуск сделал, к сожалению. Пройти, Файрблад, пройти. На фигню наворотил опять. Но мысль была правильная была. Пройти 50 уровней. Так. Было близко.
Чё ты, блин? А, блин, не ту. А, блин, отпускай ты его, блин. А, всё. Склава еще хуже. Склава там задержка идет небольшая. Ага, что-то не то сделалось. Кажется, что-то неправильно ввел, либо опять букву не нажалась. Не послушай геймпад, склава играй. Тут наоборот, именно с клавы самое неудобно было. Нажал два значка, геймпад включился. Опять не запускается. Проснулся? О, сейчас загрузится. Почему? А, тут просто получается за место Y на клавиатуре не нажимается Z почему-то. Не знаю, может это особенность эмулятора, но клавиатура у меня нормально все работает по сути. Быстро. А вот опять эта фигня. Эта картинка, так. Ага. Проблема. Не успею.
диска. Я понял, в чем причина, почему так больше много времени дают. Старта. А, блин, эскейт выходит из игры, ладно. Thank you.
Согласен. Спасибо, Грей, еще раз так. На работе. На работе в ночь.
Быстро. Ай, 40 уровень. Казалось бы, осталось еще 10 уровней, но блин. Получится. Мне надо делать и делать. Так что, пожалуй, на этом пока что и закончим. Так что, наверное, всем спасибо за внимание. Ну, блин, я согласен, что, ну, блин. Ну, надо идти делать дела. Всем спасибо и до следующих стримов.